11 октября 2019 года на базе Лесногородской школы прошло инструкторско-методическое занятие по организации приема населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации. В школе был развернут пункт временного размещения, включающий места для отдыха и питания условных эвакуированных. Члены местного отделения партии «Единая Россия», принимавшие участие в учениях, осмотрели пункт и отметили, что он полностью соответствует всем требованиям.